Всем огромный привет! С вами Оксана, и сегодня мы будем вязать с вами детский сарафанчик. Данный сарафан связан на один годик, но по мастер-классу вы сможете связать на любой размер, потому что очень легко все рассчитывается без проблем. И, наверное, давайте начнем с пряжи. Пряжа у меня Ализе. Лана Катон, я решила попробовать данную пряжу. Изначально она мне показалась очень такой шершавой, неприятной, но в процессе вязки она мне очень понравилась. Цвет это номер 98, и мне понравился состав. Именно вот сейчас подходящий состав для вязания, знаете, детских вещей в садик, потому что состав здесь у нас 26% шерсть, 26% хлопок и 48% акрил. Ну вот данные рекомендации вязала я на спицах номер 3. Я сначала думала, что не 3,5, но оказывается это у меня спица номер 3. Я вяжу рыхло, поэтому я взяла троечку. 50 грамм 160 метров. Вот такая вот пряжа Ализе Лана Катон. Надо нам на данный мастер-класс, на данный сарафанчик всего лишь 3 моточка. Вот что у меня осталось от третьего мотка. 150 грамм. Если не знаете, где купить данную пряжу, то у меня внизу в инфобоксе будет ссылка на интернет-магазин и промокод на скидку. В данном интернет-магазине пряжа продается поштучно, поэтому можете с легкостью приобрести данную пряжу. Пряжа очень мне понравилась, я даже и себе бы джемпер связала бы с этой пряжей. Итак, 3 моточка пряжи, спицы номер 3. И сейчас я вам скажу, сделаю замеры данного сарафана. Вся длина сарафана от плеча до подола 50 сантиметров. Ширина по талии 25 сантиметров. И смотрите, вот здесь спереди это пуговки не расстегиваются, это обманка. Пуговки расстегиваются на плечах, чтобы можно было уменьшить длину лямок, там больше-меньше вот сделать. Перешить пуговки и все, и будет меньше. Вот так сарафан выглядит спереди и вот сзади. Очень хорошо в садик там одевать на маечки, на водолазочки, и будет очень тепло ребеночку. Вот такой вот красивый узор по низу сарафана, медвежьи лапки. По желанию можно связать и с рукавами, конечно же, данное платьишко. Все подробно рассказала в мастер-классе, показала узор, все. Схему узора вы найдете в моей группе «Контакт». Обязательно под видео я оставлю ссылку именно на узор к этому сарафану, потому что многие ищут. Ну все, наверное, давайте переходим к вязанию. Приступаем к расчетам. Смотрите, девочки, у нас 15 петель, это 8 сантиметров. Вот он, образец. Лицевой гладью я померила, что в 15 петлях 8 сантиметров. Дальше. Обхват груди ребенка 50 сантиметров, годовалого ребенка. Теперь, смотрите, я 15 петель в образце, что было 8 сантиметров, 15 разделил на 8 и умножил на обхват груди 50. Это будет 94 петли по талии, либо по груди, там, по груди. Но можно завышенную сделать талию, можно как бы по талии сделать. Раппорт узора у меня 22 петли. К подолу. Вот этим 50 сантиметров я добавила 30 сантиметров, чтобы была расклешенная юбочка. Это будет 80 сантиметров. 15 те же образца я поделила на 8 и умножила на 80 сантиметров. Это к подолу. Будет 150 петель. Но нам надо узнать, сколько же раппортов в этих 150 петлях. Поэтому в раппорте 22 петли. Я 150 разделила на 22, будет 6,8, значит
7 рапортов нам надо. И считаем 7 рапортов, сколько это петель. 7 умножил на 22, будет 154 петли. Плюс 1 петля для замыкания в круг. Нам надо сейчас набрать 155 петель. Вот такой вот узорчик. Набираем 155 петель самым обычным способом. Длинный хвост. Вот я отматываю, сколько мне там надо. И самым простым способом набираю петли. Петли я всегда набираю на 2 спицы. Набираем 155 петель. Сначала первую петлю делаю. И вот таким вот образом набираю. Спицы у меня 3,5. 155 петель. В инфобоксе я всегда оставляю всю информацию. Все. Набираем. Вот таким вот образом. 155 петель набраты. Вытягиваем одну спицу. И теперь нам надо замкнуть в круг. Аккуратненько смотрим, чтобы ничего никуда не перекрутилось. Так, прям проверяем. Желательно несколько раз прям вот посмотреть, чтобы никуда ничего не перекрутилось. И нам надо замкнуть в круг. Ну, спицы это, наверное, 60 сантиметров у меня. Как мы замыкаем в круг? Мы с левой на правую перекидываем петлю, поддеваем на правой спице петлю и вот эту петлю, что переодели, протягиваем и спускаем петлю. Все, теперь у нас на спицах 154 петли. Мы одеваем маркер и вяжем платочной вязкой, ну, где-то лицевой, изнаночный ряд и лицевой ряд. И потом будем вязать узор медвежьи лапки. Ну, лапы. Все, провязываем самостоятельно вот лицевой ряд, потом изнаночный ряд и лицевой ряд. Все. И потом будем вязать уже узор. Я провязала 3 ряда, дальше приступаем к схеме. Эта схема будет у меня в группе ВКонтакте, также ссылку под видео я на нее оставлю. И начинаем вязать. Лицевая петля, 4 изнаночных. Раз, два, три, четыре. Лицевая петля. Дальше 2 петли вместе, изнаночные. Провязан 2 петли вместе, изнаночные и 2 петли изнаночные. Раз, два. Провязали. Дальше идет лицевая, накид. Лицевая, накид, лицевая, 2 петли изнаночные, раз, два, 2 петли вместе изнаночные, вот так берем, и 2 петли вместе изнаночные провязываем. Дальше идет лицевая и 4 изнаночные, раз, два, три, 4. Вот он наш раппорт закончен. Мы провязали. Дальше каждые 22 петли это повторяется. Можете просто по схеме вязать. Пустой треугольник это 2 петли вместе изнаночные. Все, вяжем. Дальше первый ряд. Первый ряд закончили. Первый, третий, пятый, седьмой, девятый и одиннадцатый ряд. В эти ряды я вам покажу. Все четные ряды у нас вяжутся по узору. Итак, я один раз показываю, как это вязать. Смотрите, вот здесь у нас идет лицевая петля, значит, вы ее вяжете лицевой. Дальше идет изнаночная, вяжете изнаночными. Вот, видите, хорошо видно, что это идут изнаночные петли. Идет лицевая, вяжем ее лицевой. Если изнаночная, вяжем изнаночными. Лицевая вяжем лицевой.
Накиды мы все вяжем лицевыми петлями. Вот таким вот образом. Накиды у нас идут лицевые. Все. Так довязываем второй ряд до конца. По узору. Идет лицевая, мы ее вяжем лицевой. Вот что у нас получается. Вот. Видите? Довязываем. Третий ряд. Мы вяжем лицевая. 2 петли вместе изнаночные. Мне надо развернуть петли, вот, чтоб вот эта правая стенка вот спереди была, перед работой, и провязать 2 петли вместе изнаночные. Подтянули. Дальше идут 2 изнаночные. Раз, два. Лицевая. 3 изнаночных. Раз, два, три. Лицевая. Накид. 3 лицевых. Раз, два, три. Накид. Лицевая. Дальше 3 изнаночных. Раз, два, три. Лицевая. 2 изнаночных. Раз, два. И 2 петли вместе изнаночных. Мы их разворачиваем, чтоб у нас вот перед работой вот это была стенка. И провязываем 2 вместе изнаночных. Раппорт у нас закончился. Вот. Дальше все повторяем. То же самое. И самостоятельно довязываем этот третий ряд и четвертый ряд по узору, как я вам уже говорила. Вяжем пятый ряд. Лицевая. 3 изнаночных. Раз, два, три. Лицевая, 2 вместе изнаночных, снова их переворачиваем, провязываем 2 вместе изнаночных и еще 1 изнаночная. Дальше вяжем лицевая, накид и 5 лицевых. Раз, два, три, четыре, пять, накид и лицевая. Изнаночная, 2 вместе изнаночных, я их переворачиваю, провязываю 2 вместе изнаночных, лицевая и 3 изнаночных. Раз, два, три. Все, дальше раппорт повторяется. Вот уже у нас что вырисовывается. Все, довязываем пятый ряд, потом шестой ряд и встретимся в седьмом ряду. Седьмой ряд. Провязываем лицевая, 2 петли вместе изнаночные, переворачиваем петли и провязываем 2 петли вместе изнаночные, еще 1 изнаночная, лицевая. 2 петли изнаночные, 1 изнаночная, 2 изнаночные. Дальше идет лицевая, накид, лицевая, накид и 2 петли вместе лицевые с наклоном влево. Мы переворачиваем, чтобы стенка была за работой, и провязываем 2 петли вместе. И вот петля у нас легла влево. Дальше идет лицевая и 2 лицевые петли вправо. Мы за переднюю стенку подхватываем и провязываем 2 петли вместе лицевые. И вот она получилась у нас с наклоном вправо. Вот так. Дальше мы провязываем накид, лицевая, накид, лицевая, 2 изнаночные, раз, два, лицевая,
изнаночная и 2 петли вместе, изнаночные, переворачиваем как всегда петли и провязываем 2 петли вместе, изнаночные. И все, вот он наш раппорт закончился. Вот что у нас получается. Довязываем до конца. Это у нас был 7-й ряд. Дальше 8-й самостоятельно. И осталось еще 2 ряда. 9-й ряд. Лицевая. Дальше идут у нас 2 изнаночные. Лицевая. 2 петли вместе изнаночные. Я их снова переворачиваю и провязываю 2 петли вместе изнаночных. Лицевая. Накид. 3 лицевые. 1, 2, 3. Накид. И теперь вот эти 3 петли мы должны провязать вместе. Это вот идет вот эта вот центральная петля, и вот здесь вот 3 лицевые, вот ромбик такой у нас получится. Как мне надо их провязать? Смотрите, 1, 2 петли, вот она передней стенкой, да, у нас. Я захватываю вторую петлю, вот, с левой стороны захожу, снимаю и разворачиваю спицу. Третью петлю я разворачиваю вот таким вот образом, видите, стенка за работой, надеваем вот эти 2 петли, что сняли, подхватываем третью и провязываем 3 петли вместе. Провязали 3 петли вместе, накид, вот 3 петли вместе, накид, дальше идут 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, лицевая, 2 петли вместе изнаночные, разворачиваем эти петли и провязываем 2 петли вместе изнаночные. Дальше идет лицевая и 2 изнаночные. И довязываем 9 ряд и 10 ряд уже по узору. Видите, вот такой вот ромбик у нас здесь получился, и вырисовывается вот здесь еще одни вот такие треугольнички. А здесь уже вот такие лапки у нас получаются. Их 1, 2, 3, 4, вот 5 лицевые идут. Все, довязываем 9 и 10 ряд. 11 ряд. Вяжем лицевая. 2 петли вместе изнаночные. Переворачиваем петли, провязываем 2 петли вместе изнаночные, лицевая, изнаночная, дальше лицевая, накид, и там у нас 11 лицевых идут. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, накид, лицевая, изнаночная, лицевая и 2 петли вместе. 2 петли вместе. Все. Вот такой вот у нас 11 ряд получается. Вот уже вот такой вот красивый узор. Видите? И после 12 ряда, мы его провязываем по узору, мы начинаем снова все с первого ряда. Сейчас я провяжу 12 ряд и вам покажу, как начать уже заново, потому что там немножко, ну как, что над чем идет. И так вывязываем длину платьишка. Сейчас я довяжу и покажу. Смотрите, девочки, вот я довязала 12 ряд. Вот что у меня получилось. И давайте расскажу. Вот. И у вас то же самое должно получиться. И расскажу. Теперь смотрите. У меня длина юбочки должна быть 25 сантиметров. Вот 25 сантиметров я буду вязать длину юбки. Но закончить я должна 12 рядом.
раппорт. Значит, я должна точно посчитать, сколько мне надо раппортов. Я взяла вот так, померила, и раппорт узор у меня 5 сантиметров. 25 делим на 5, значит, мне надо 5 раппортов связать. Вот один раппорт у меня есть, значит, еще 4 раза я свяжу вот такую, вот так. В общем, до 12 ряда. Значит, еще 48 рядов мне надо связать. Все, у меня будет вот таких 5 лапок. Так, теперь смотрите дальше. Я довязала это 12 ряд. И сейчас покажу, как начинать следующий ряд. Меня смотрят очень много начинающих девочек. Поэтому я хочу прям показать, как вы потом будете вязать. Итак, снова переходим в первый ряд. Одна лицевая, я ее уже лицевую одну провязала. Дальше идут 4 изнаночных, вяжем 4 изнаночных, 1 изнаночная, тут идет лицевая, она теперь изнаночная, 2 изнаночная, 3 изнаночная, 4 изнаночная. Довязали. Дальше идет 1 лицевая, 2 петли вместе изнаночных. Видите, тут идут лицевые, я их ничего не переворачиваю, просто вот так провязываю. 2 петли вместе изнаночных, 2 изнаночных, 1, 2, хоть там и лицевые, мы вяжем 2 изнаночные. Дальше идет лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, 2 изнаночных, 1, 2, 2 петли вместе изнаночных, провязали, лицевая, и 4 изнаночных, 1, 2, 3, 4. Вот мы начали второй раппорт. Хоть там и идут у нас, как вы видели, лицевые, да? Но мы здесь вяжем изнаночные петли, потому что, я думаю, девочки запутаются. Единственное, вот у нас вот эта центральная петля, сейчас я подальше давайте вот так сделаем. Центральная петля, она будет всегда лицевой. Смотрите, вот по 2 по краям, вот она центральная петля, она будет идти лицевая. Здесь тоже вот эта центральная лицевая петля будет лицевой, вот здесь тоже всегда лицевой провяз. И вот так вы дальше вяжете. Именно вот в первом ряду вы, когда повторяете, вы не смотрите, как сказать, на вот эти нижние петли. Все, вы начинаете все точно так же по схеме, как положено. Берете распечатать схемы и вяжете по схеме. Все, сейчас я 5 раппортов провяжу, и мы с вами встретимся, вернее, еще 4. Смотрите, девочки, я довязала юбочку. Вот смотрите, какая красота. Если даже можно юбку делать, просто здесь резиночку ставить, и будет юбочка. Как вам идея? И смотрите дальше, что я сделала. Я провязала не 5, а 6 раппортов. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6 раппортов. Потому что в плане вязания я мерила вот длину. И, как вы помните, мне надо было 25 сантиметров, ну, тут 27 получилось. Я думаю, лучше больше, чем меньше, правильно? Все, провязали. Дальше, что мы делаем? Дальше мы должны вот здесь сделать убавочку, вот, чтобы присборено немножечко было. И я посчитала, что у нас же сейчас 154 петли. Вот, смотрите, у нас сейчас 154 петли, да? Нам по обхвату груди надо 96 петель. Вот мы считали. Вот мы считали, что по обхвату груди, да, 50 сантиметров, надо 94 петли по талии. Но, смотрите, 94, оно пополам ровно не делится. Поэтому я добавила еще 2 петли, взяла 96 петель. 154 минус 96, нам надо сократить 58 петель. Сократить до 96 петель. Сейчас мне надо сократить. Почему я взяла 94? Вот смотрите, если поделить на 2, будет 47. Нечетное число, надо четное. Плюс 1 петля 48, плюс 48 96
петель. Всегда надо брать число, чтобы было четно и делилось на 2. Потом, когда мы будем отделять рукава попереду, все вот делать как планочку, то будет очень хорошо делиться, и одна петля нигде у нас не будет мешать. Все, делаем убавление. Как делаем убавление? Просто провязываем 1 лицевая, 2 петли вместе. Я закончила сейчас рядом по схеме, это как типа 12 ряд, да, вот просто провязала, вот где накиды, все по узору. Можно ряд провязать лицевыми петлями и делать убавление. Вот лицевую я провязала, потом вот здесь изнаночная лицевая и 2 петли вместе. Все вяжем лицевыми. Лицевая, 2 петли вместе. Смотрите, когда вы провяжете весь ряд лицевая, 2 петли вместе, вы их пересчитаете, там даже больше получится петель. И когда будете вязать второй лицевой ряд после убавления, можно вот здесь, где вот эти лапки, еще раз поубавлять до 96 петель. Я уже этот момент провязала. Я сделала еще, вот видите, убавление, когда вязала во втором ряду. Теперь у меня 96 петель. И один, в общем, мы 2 ряда делаем убавки. Первый ряд провязан 2 петли лицевая, 2 петли вместе, а во втором уже убавочном ряду мы, как сказать, убавляем там, не помню сколько, ну посчитайте, сколько точно петель вам надо убавить, и в разброс, не подряд их убавить, и в разброс их просто убавите до 96 петель. А следующий ряд уже вы вяжете изнаночными петлями. Вот надо просто для декора провязать изнаночный ряд, лицевой ряд и изнаночный ряд. И как раз посчитайте и поставьте маркеры, вот что по краям по 48 петель было, что спереди и спинка. И смотрите, девочки, я провязала изнаночный, лицевой, изнаночный ряд, 10 рядов лицевых. И теперь вот здесь я как буду вязать? И вот начало буду 5 изнаночных провязывать. Это подмышка, потом мы разделим и будет идти планочка по руке. Вот здесь сейчас я провязываю 5 изнаночных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше петли будут идти лицевые. И вот здесь у нас идет маркер, да, со второго боку. 5 изнаночных петель до маркера, 5 изнаночных петель после маркера. Итак, мы будем чередовать эти 10 петель. Они будут у нас идти один ряд лицевые, один ряд изнаночных, чтобы у нас там образовалась платочная вязка. Потом, когда мы будем разделять пополам, отдельно спинку, отдельно перед, там будет платочная вязка, и по краям, по рукавам, по проймам будет платочная вязка. Я сейчас свяжу, и вам будет, я думаю, все понятно. Вот сейчас я довязываю, чтобы петли оставить. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Еще 3 петли. И провязываем. 1, 2, 3, 4, 5. Перекидываем маркер. И с этой стороны тоже 5. 1, 2, 3, 4, 5. Все. И здесь вот до маркера, не довязывая, вот тоже вяжем 5 изнаночных петель. Следующий ряд все петли лицевые, потом снова также будем вязать. И сейчас я этот момент провяжу, вот что у нас получается, и покажу. Смотрите, девочки, я провязала изнаночный, лицевой, изнаночный, лицевой, изнаночный. И теперь я буду отделять спинку от переда. Будем вязать только спинку и делать убавление после планки и перед планкой. Смотрите, и вот эти петли боковые будем вязать только
лицевыми петлями. Смотрите, пока я провязываю вот лицевыми, раз, два, три, четыре, да, вот одна кромочная получается потом, и раз, два, три, четыре лицевые. И провязываем 2 петли вместе, вот разворачиваем за заднюю стенку, чтобы она была с наклоном влево. Все, довязываем до второй планки, не доходим 2 лицевые петли, мы их провяжем 2 петли вместе. И так мы будем вязать в каждом лицевом ряду убавление. Ну, раз 5, наверное, убавим, да? Да, 5, я думаю, достаточно будет. Для рукавов вы смотрите 5-7, как будет удобно. Можете взять футболочку ребенка и посмотреть пройма, как им будет хорошо. Итак, вот здесь все, где маркер, я вот так спицу выталкиваю, отделяю, чтобы не забыть. Сейчас довяжу 2 петли вместе, провяжу и в обратную сторону буду вязать, уже вывязывать спинку. Потом по спинке будем ориентироваться, будем попереду. Вот, смотрите, здесь 5 петель, вот которые планки, это 1 кромочная будет, 4 петли планки, и вот 2 петли, вот она стенка спереди, да, у нас находится, давайте поближе вам. Вот это вот спереди, да, стенка находится правая, мы 2 петли вместе провязываем. 2 петли вместе и провязываем 1, 2, 3, 4 лицевые, это планочка будет крайняя, и последняя петля у нас теперь будет всегда изнаночной провязываться, а когда будем вязать в начале ряда, она будет сниматься, и вяжем 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, и дальше идут петли изнаночные. Когда останется 5 петель до конца, мы провяжем 4 лицевые и 1 кромочная из этих 5 петель. Итак, я буду вязать сначала 5 убавок, вот сделаю в каждом лицевом ряду, а дальше буду вязать прямо. Вот сейчас я вам покажу. И вы повторите 5 раз эти ряды, а потом прямо провяжете. И потом я покажу, сколько, что там дальше. Так вот, довязываем изнаночными петлями. Так, чуть-чуть осталось, отключать не хочу камеру. И так вот, 2, так вот последняя петля. И осталось 5 петель, мы провязываем 1, 2, 3, 4 лицевые и последняя изнаночная. Снова переворачиваем вязание и вяжем, как я вам уже показывала, первую снимаем, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, 2 петли вместе. Так как мы сейчас вязали поворотными рядами, то правая стенка осталась за работой, поэтому теперь мы ничего не переворачиваем, а провязываем 2 петли за заднюю стенку, видите, и петли идут с наклоном влево. А вот теперь с левой стороны нам надо перевернуть 2 этих петли, чтобы провязать 2 петли вместе. У меня есть на эту тему, кстати, видео, как правильно вязать петли за какую стенку. Скажу сразу, мы всегда вяжем за правую стенку, как бы мы ни вязали. Если вы провяжете за левую стенку, это уже будет скрещенная петля. Так, сейчас я довяжу, все равно покажу, меня многие начинающие девочки смотрят, поэтому я все-таки этот момент убавочку покажу. Так вот, я довязала, по-моему, уже почти. Угу, вот так. Кромочная, 4 и еще одна. А вот теперь с этой стороны, смотрите, вот она, эта правая наша стенка. Мы ее развернем, чтобы она была спереди, одеваем. Вот она спереди.
и 2 петли вместе провязываем за переднюю стенку, подтягиваем и 4 лицевые, 1, 2, 3, 4 и последняя изнаночная. Все. Вот, это я сделала 2 убавки, вы еще 3 так делаете убавление. Видите, идет вот небольшой такой скос. 3, 7, смотрите сами, мне 5, мне кажется, достаточно будет. Вот что у нас получается. Все, я сейчас провяжу и покажу вам. Смотрите, девочки, после того, когда мы сделаем 5 убавок, дальше вот вяжем прямо где-то я провязала 20 рядов. Сейчас я давайте померю и вам скажу. Смотрите, ширина вот у меня 18 сантиметров, а вот это вот где лицевая гладь, вот до пояса 15 сантиметров. Дальше я вязала вот прямо, вот они убавочки. Потом вязала прямо, провязала 6 рядов платочной вязкой. Что такое платочная вязка? Я вязала в ту сторону лицевыми, обратно лицевыми, туда-сюда. Вот я вязала только лицевыми петлями. И дальше вот связала вот такие вот лямочки. Сейчас попереду я это все покажу, как я связала лямочки и вот здесь убавила петли попереду. Я точно так же сделала убавление. Вот они 5 убавлений. Потом, когда сделала убавление, в следующем ряду выделила центральных 6 петель и их вязала платочной вязкой, чтобы здесь сделать такое, знаете, пуговками украсить. У меня есть вот такие вот пуговички handmade. Я их заказывала на AliExpress. Вот здесь будут вот так 2 пуговички для красоты. И на плечиках либо пуговички, либо можно сшить плечики. Ну, не плечики, а вот эти лямочки. Сейчас отверстие для пуговок я буду делать на передних лямочках. Я здесь уже отметила все. Вот центральные 1, 2, 3, 4, 5, 6 центральных петель. Да, вот они у меня были отмечены, и я их вязала платочной вязкой. Все, дальше точно так же я как спинку вязала, здесь 6 рядов провязала и по краям сейчас эти маркеры я перенесу там, где будут лямочки. Вот 12 петель отсчитываем: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Отсчитала и поставила маркер. И со второй стороны тоже сейчас 12 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И поставила маркер. И теперь я провяжу правую лямочку, а эти петли закрою и буду вязать левую планочку. Как это делаю? Так, я взяла третий клубок и где-то 3 моточка, значит, нам надо. Первую снимаем. Сейчас поближе. Первую снимаем и вяжем. 1, лицевыми. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ну, с кромочной будет 12. Вот эти петли можно, вот эту можно убрать уже. И начинаем закрывать петли. Первую провязываем, вторую провязываем. Потом первую надо будет развернуть и вторую петлю протянуть через первую. Следующую провязываем лицевой и протягиваем. Только не затягивайте, петли должны быть слабыми, иначе спереди у вас будет затянуто. Снова так лицевая, вы же видите, у меня прям свободные петли, и протягиваем. Вот таким образом мы закрываем по переду. Вот так. Лямочки можно длиннее связать либо короче, чтобы по мере роста ребенка можно было просто перешивать пуговки, чтобы сарафанчик подольше носился.
И вот так закрываем петли. Здесь вот немножечко затянула. Так, и вот смотрите, до маркера одна петля, но мы должны убрать маркер и провязать еще раз убавку. Все, теперь здесь у нас 12 петель, мы вяжем их лицевыми. Вот 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и последняя изнаночная. Переворачиваем вязание и провязываем. Вообще, сейчас я, наверное, покажу, как вязать сразу две лямки вместе, чтоб не считать петли. Вот мы провязываем одну лямочку лицевыми петлями, вяжем. Последняя петля у нас изнаночная. Берем от клубка ниточку. Так, где она тут у меня? Одна изнутри у меня идет нитка, одна вот снаружи. Вот одна снутри, одна снаружи. Берем нитку. Вот так. Вот оставляем вот хвостик. Оставляем хвостик. Сейчас мы будем вязать первую петлю, провязываем лицевой. Дальше складываем вот так ниточку 2 пополам. И двойной ниткой провязываем 3 петли. 1, 2, 3. Может даже вот четвертая, чтобы вот хвостик вот этот вот так хоп убрать. И на изнаночную сторону его так вывести надо будет. Дальше вяжем лицевыми. И теперь мы будем провязывать сразу обе лямочки. И покажу, как делать отверстие для пуговки. Разворачиваемся и в обратную сторону вяжем лицевыми. Кто так не хочет, может по отдельности вязать. Сейчас я провяжу вот так лицевыми эту часть. Потом вторую часть. Вот это хвостик на ту сторону, потом его спрятать можно. Так, последняя петля изнаночная. Провязали. И вторую лямочку сразу вяжем. Итак, вяжем сразу две лямки. И ничего считать не надо. Сейчас я провяжу и скажу, где я делала отверстие для пуговок. Изнаночная. Вот что у нас в итоге будет получаться, две лямочки идти. Смотрите, вот она, одна лямочка у меня готова. Я пуговички уже все пришила. Правда, тут белыми, тут розовыми. Не знаю, зачем я так делала. И смотрите, я провязала 10 дорожек. Вот от этой самой крайней отсчитывала. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И делала отверстие для пуговок. Сейчас покажу, как. Так, поближе. Первую снимаем, лицевая, 2 петли вместе за переднюю стенку, накид, дальше идут 1, 2, 3, 3 лицевые, потом, чтобы здесь 2 лицевые были, здесь осталось 1, 2, 3, 4, ну и 5 кромочная, провязываем 2 петли вместе, накид и 2 лицевые и изнаночная. Дальше переворачиваем вязание, провязываем все петли лицевыми, накид тоже лицевыми провязываем петлями. Ой, да. И потом мы еще сейчас провяжем 2 ряда лицевыми. Это с лицевой стороны сейчас провяжу лицевыми, с изнаночной стороны лицевыми и закрою петли. И все, сарафанчик наш готов. Сейчас я покажу, как я закрою, чтобы не было вопросов, чтобы все было подробненько, чтобы вам не пришлось нигде искать эту информацию, как закрыть петли. И последний заключительный ряд. Сейчас довязываю. И потом вам останется кончики спрятать.
и постирать. Стирать я буду в стиральной машине на режиме шерсть 30 градусов 800 оборотов. Порошок я добавляю любой, который есть. И закрываем петли. Первую снимаю, вторую провязываю лицевой и протягиваю. Следующая лицевая, протягиваю, лицевая, протягиваю. Туго не вяжите, сильно петли не затягивайте. И вот таким вот образом вы закрываете все-все петли. Вот. Закрываете. Сейчас я закрою вместе с вами. Так, вот последняя петля. Ножницы я приготовила. Вот, все. Вытягиваем и обрезаем. Все, затягиваем. И вот, все готово. Можно одевать. Все. Вот так выглядят лямочки. И все, получается, сарафанчик наш готов. Вот спереди вот такие вот пуговички. Рисунок. Все. Вот такая вот красота. Обязательно выставляйте свои работы в Инстаграм и указывайте меня, Оксана Окси. Всем пока-пока. До новых встреч.